Последние годы встретить человека с собакой далеко не редкость. Степень популярности домашних питомцев можно проанализировать, взглянув на количество зоомагазинов. Разные породы, размеры. Люди часто берут четвероногих прямо с улицы. Может, поэтому вопрос о регистрации животных возник именно сейчас. Нужно собак регистрировать, нужно учитывать количество. Я думаю, даже и размеры надо учитывать. Это тоже важно. Вы бы подключились к этой инициативе? Да. С инициативой о регистрации собак выступили депутаты Московской областной думы. По их мнению, это необходимо, чтобы сократить количество бездомных животных, повысить ответственность хозяев, которые, бывают, выбрасывают своих питомцев, поможет установить личность владельца в случае, если четвероногий напал на человека, упростит поиски потерявшихся собак, даст возможность свободно путешествовать. Пока возникает больше вопросов, нежели дают ответов. И, конечно, если ведут эту систему на территории Московской области, Подмосковья всего ближайшего, это будет замечательная история. Но все же, я думаю, она будет более выигрышно смотреться, если она будет действовать на всей территории Российской Федерации. Потому что все-таки пока возникает непонимание, как это будет действовать за пределами Московской области. Но идея сама по себе очень хорошая, так как у меня у самой собака, уже ей 2 года, и мы активно с ней путешествуем. У меня вот тоже есть собака. Зовут его Норт, и ему 7 лет. И как бы мы, люди, не относились к новому закону о регистрации домашних животных, давайте все-таки спросим у самих собак. Норт, что ты скажешь? Также не